Приветствую вас, Аноним. Знаете, вы производите впечатление очень романтической, творческой натуры. Вы производите впечатление очень эмоциональной, ранимой, возможно, даже натуры. Но у вас в голове, если честно, полная каша, потому что то, что вы написали, это не любовь. То, что вы испытываете, то, что вы чувствуете, не имеет ничего общего с любовью как таковой вообще. Потому что у вас произошел импринтинг. Вы не до конца отпустили свою прошлую любовь. Вы не завершили отношения с своей прошлой любовью, и вы пытаетесь найти замену этой любви, которую вы потеряли. Но отдаете ли вы себе отчет в том, что воспринимая девушку, другую девушку вот так, то есть воспринимая другую девушку в контексте замены, да, в контексте того, что она, ну, условно говоря, похоже на другую, да, на первую. Вы оскорбляете ее. Вы оскорбляете, вы обесцениваете ее совсем полностью. И я не уверен, что вы отдаете себе в этом отчет. Я не уверен в том, что вы понимаете, вот, ну, то, что делаете. Я не уверен в том, что вы сейчас, вот, на данный момент отдаете себе отчет в том, что ваши действия, ни много ни мало, это, по сути-то, дело эгоизм. Вот. И ваши действия, ваши желания, которые вы сейчас, ну, проявляете, испытываете, это, по сути дела, потребность вернуться туда, в ту любовь, которую вы потеряли. Но это невозможно, потому что те отношения, судя по, ну, судя по тому, что вы описали, да, те отношения, они завершились, и они, как бы, их время прошло, они не вернутся, и вам лучше бы принять это то, что происходит. То есть, сперва завершить отношения значит, с помощью психолога, сперва завершить отношения, возможно, предыдущие, которые у вас имеются и которые на вас оказывают еще влияние, судя по тому, что вы подошли именно к той девушке, которая вас напоминает. Которая вам напоминает первую, а с другой стороны, понимаете, вот как-то выходить немножечко из своего внутреннего, да, мира воображения, мира эмоций, мира чувств, да, выходить из этого мира и все-таки входить в мир
реальный, да, где нет таких вещей, как вы называете бабарабские позывы, где нет таких вещей, как пикап, да, то есть все вот эти вот дискредитирующие тот или иной пол инсинуации, да, их нужно исключить. Понимаете, какая история? Вы себе навоображали всю эту историю с девочкой, с ее подругой, вы себе навоображали, понимаете? И я могу вас понять, почему вы себе это навоображали, потому что вы сейчас находитесь в достаточно серьезном, тяжелом эмоциональном потрясении от того, что у вас завершились отношения первой любви. Вы не до конца это пережили, вам плохо, вы не можете себя найти, не можете это пережить и так далее. Но именно на это нужно обратить внимание, понимаете? Иначе ни с одной девушкой у вас не получится. Вы же видите, как поступаете, вы говорите, что если вот я выхожу, да, и с первой встречи я хочу познакомиться, иначе так можно прожить всю жизнь. То есть вы чересчур завязаны на любви, вы чересчур завязаны на отношениях, и это говорит о том, что вы себе не уверены, вам не хватает чего-то для себя, понимаете? Вот. Возможно, у вас есть огромный творческий потенциал, который нужно реализовывать. Возможно, есть что-то еще. Но совершенно очевидно, что у вас есть болезненная потребность во внимании. Эта болезненная потребность проявляется в том, что вы со своей подругой спорите по поводу того, что вы как бы супермен, да, и она вас переубеждает, и вам типа приходится ей согласиться. Но вы пишете, что я скорее специфичен, да, чем универсален. С чего вы решили, что вы должны быть универсальным? Вообще, на чем у вас основаны представления о мужчине и женщине? Понимаете, вот я бы сказал, что это нужно выяснять. То есть, да, вы умеете красиво, витиевато выражаться, но то, что вы описываете, это... Вот ощущение такое, что просто вот у вас идет компенсация, да, и перенос, то есть перенос того, что вы получали от, значит, это вы получали от девушки, теперь вы пытаетесь, значит, получить это от другой. Вот. И это на самом деле очень печально, потому что, по сути, вы стремитесь к тому, чтобы слиться с образом, который вы себе придумали, да, образом, который вы себе нарисовали, и вот вы пытаетесь слиться с ним, этим образом, и как бы, ну, болезненно это у вас происходит, болезненный процесс, именно поэтому вы так долго переживаете свои чувства, вот. То есть, вот, слишком вы завязаны на себе, слишком у вас вот слишком ярко идет эмоциональная жизнь, да, а вот на реальный мир вы нацелены весьма условно. Ну вот смотрите, значит, что касается меня, то я считаю, что я хорош во всех отношениях, насколько такое дуальное и несовершенное существо, как человек может быть хорош. То есть вот уже есть какие-то нотки, да, такой вот, знаете, нотки поэтичности, нотки оторванности от реальности, нотки обесценивания. То есть, да, человек дуальный, да, человек несовершенный, но в этом, в его дуальности и несовершенстве,
и есть его совершенство. Очень жаль, что вы этого не понимаете. Хотя иногда мне кажется, все мои достоинства на подставке, правда, моя близкая подруга вмещает мне обратно, то есть я прямо супермен в своем роде, а те, кто этого не видит, ценят дураки. Иногда мы с ней спорим на эту тему, в итоге мне приходится уступать ее мнение в этом вопросе, но тайком я все же стараюсь мыслить, что скорее на любителя, чем универсальный, хотя кто его знает. А разве это плохо, что вы на любителя? Вы говорите, что, значит, все мои достоинства на подставке, это вы так считаете, это вы стараетесь их, как бы, ну, скажем так, вы стараетесь их, ну, если можно так выразиться, репрезентовать. Вот. То есть вы стараетесь их, если можно так выразиться, получить для себя. Вот. Дальше. Так, в итоге мне приходится так. Вот вы пишете, да, что в итоге вам приходится уступать ее мнению, да. Вот, вы пишете, что прям вот вам приходится это делать. То есть, так вы оправдываете свою потребность, значит, согласиться с тем, что вы супермен. То есть вы хотите согласиться с тем, что вы супермен, да, но вот делаете нехотя и постоянно через спор. То есть вы получаете некое удовольствие от того, что вас убеждают в том, что вы супермен. Это вот и есть, по сути дела, болезненная такая потребность во внимании, о которой я говорил. То есть это вот у вас неуверенность в себе. Я подошел в парке к двум барышням, а мне это, может, как первый опыт, так я много лет любил одну девушку, но не мог с ней быть, и к другим меня не тянуло особо. Здесь я бы сказал, что у вас изначально есть некий такой... Некий такой, может быть, задел, да, некий такой задел, на как бы вам так сказать, некий такой задел на неудачливость. В отношениях. И я думаю, то это нужно обязательно исследовать. То есть почему вы выбираете, грубо говоря, такие отношения, да? Вот. Почему вы выбираете такие для себя отношения, которые, судя по всему, заканчиваются, ну, для вас, по сути, неудачно. Вот.
Вот я хотел бы, чтобы вы это для себя тоже открыли. Я хотел бы, чтобы вы для себя это, вот эти моменты, да, тоже прояснили, потому что это важно. Очень важно. Вот вы много, вы такое впечатление, да, что, ну, условно говоря, страдали. Вы страдали от любви. Вот. Вы привыкли страдать. И, на мой взгляд, вот это вот страдание, да, через, ну, через боль, через негатив, оно, опять же, вот ничему хорошему, по сути-то, делу, ну, не приведет, не способно привести. Вот. Дальше идем. Так, у меня это первый опыт, так я много лет любил девочку, так, я искал все эти годы похожую. Ну, ну вот, собственно, то, что мне хотелось у вас спросить, да, что-то мне хотелось вас спросить, почему вы, искали похожую девочку? То есть, зачем? Для чего? Почему вы искали похожую девочку? Мне кажется, это очень важные моменты для вас. Вот. То есть, опять же, это по факту обозначает только то, что вы... ну, условно говоря, не готовы те отношения завершить. Они завершили, да, уже. Вот. А вы по-прежнему в них, в этих отношениях. Вот. Ну вот, и собственно говоря, скажите мне, пожалуйста, вы действительно считаете, что девушка, которой вы подошли, достойна того, чтобы быть, ну, грубо говоря, заменой, грубо говоря, заменой, да, той, которая от вас ушла, ну или с которой у вас не получилось. Вот. Вы правда считаете, что она достойна того? Вот. Понимаете, какая история? То есть, ну, как вы считаете, адекватно ли это, что вы делаете? На мой взгляд, ну, на мой взгляд, нет. На мой взгляд, вы, как я уже сказал, да, вы оскорбляете, значит, ну, девочку вот как раз тем, что ищите ей замену. Дальше идем. Так, так, и тут я увидел девочку, которая мне напомнила ту самую первую любовь, карьерную зеркало и поставь, и по духу. Вы прочтите в интернете, что есть импринтинг. Вот, я думаю, что для вас это будет
весьма полезная история. Вот. То есть вам это будет полезно, вам полезно будет прочитать брейнпринтинг и понять для себя, к примеру, вот, ну, как это работает. То есть мне кажется, что это вот то, что вам нужно сделать. Потому что, ну вот, вы увидите для, вы увидите, значит, в себе, да, вот вы увидите в себе, как обстоят дела. Знаете, вы увидите, как это все происходит. Вас вот условно, так, ну, условно говоря, значит, ну, грубо говоря, вас переклинило, да? Вот. И вот то, что вас переклинило, это ваши чувства, эмоции, но с этим нужно работать. А дальше, так, в общем, она мне отказала, рассматривал ее, так, она мне отказала, ну и, собственно, дальше вот, значит, то, что вы описываете, да, это, по сути, это описание ваших таких переживаний. То есть это описание того, что вот вы сами хотите. Вот. Понимаете? Вот, к сожалению. К сожалению. А, ну вот, так можно вам, в принципе, ответить. Если мы говорим про, значит, про то, значит, что написать, да, ну, подруги. Вот. То, ну, мне думается, что написать вы можете только извиниться и сказать, что, ну, грубо говоря, что очень понравилась вот, подруга, значит, ну вот, её, и всё. Вот. Это, пожалуй, единственное, что вы можете сделать. Потому что больше просто не поймёт вас. Вот вы, к сожалению, себя зарекомендовали так. Очень, очень негативно, вот, понимаете, такая история, вот, вы рекомендовали себя очень негативно, и девочка, она будет, ну, любая девочка от такого,
значит, отношение к себе, да, она будет не в восторге. Вот. Поэтому завершите сперва отношения, которые у вас начались и протекали очень болезненно, судя по тому, что вы описали. Вот, завершите сперва эти отношения. А после уже можно будет что-то делать. Вот, мне кажется, что так можно ответить вам на ваш вопрос. Который вы задаете. То есть каких-то вот таких каких-то уникальных, да, решений здесь, ну, нет и быть не может. А единственное, может быть, что вы можете сделать, да, это вот погулять еще в парке, и, может быть, вы увидите, встретите еще раз этих девушек там. Вот. Но это не точно, да и, соответственно, как вы себя поведете. Вот. Работать нужно со своими потребностями важными, для чего вам любовь, отношение к любви. Вот, с полным принятием себя, чтобы вы не воспринимали свою личность, тело своей личности, как, ну, такой, знаете, своего рода товар, да, вот, чтобы вам не виделись вы, как, знаете, как своего рода товар на прилавке. Мне кажется, это было бы, ну, это очень обесценивающе для вас. Так что, вот, примерно так можно ответить на ваш вопрос. Понимаю ваше желание, ну, все-таки пообщаться с этой девушкой, да, вот, но, тем не менее, лучше будет, если вы все-таки это, ну, будете делать аккуратнее, скажем так, вот. То есть, чтобы не было этого ущерб другим. Вот. Ага, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Еще раз, на всякий случай, хочу сказать, я прекрасно понимаю, что как человек вы достаточно, значит, такой, достаточно творческий. Вот.
это творчество нужно активизировать. И для этого вам можно помочь. Для этого вам и, значит, поможет психолог. Вот. Я желаю вам всего доброго. Я желаю вам найти себя. Я желаю вам освободиться от отношений, которые сейчас тянут вас назад. Я желаю вам обрести счастье. Всего вам самого доброго и удачи.